Это видео. А между тем, песочница подкрадывается все ближе и ближе. Ближе и ближе. Надеюсь, каждый из вас готов к тому, что будет происходить в течение ближайших полутора часов. Мы приступаем сразу после представления наших трех пискарей. Три пискаря – это то самое могучее жюри, с мнением которого обычно не спорят. Вы, конечно, можете поспорить, но посмотрите, насколько крупненькие парни собрались за столом жюри. С ними спорить себе дороже. Итак, первый премудрый, один из трех пискарей – Олег Савченко, корпорация «Настроение». Я смотрю в глаза этому премудрому, но не только премудрому, в отличие от всех остальных пискарей, этот пискарь еще и прекрасный, помимо того, что премудрый. Нона Кадырова также сегодня будет выносить поспешные, возможно, необдуманные, но красивые решения. Три пискаря были бы неполноценной тройкой без этого третьего участника. Я ему должен выразить личную благодарность, во-первых, за шорты, во-вторых, за пляжник, ну и в-третьих, за красивую фамилию Хинчикашвили. Не Хинчикашвили! Вы знаете, у каждого ведущего есть своя скороговорка, которую он разминает речевой аппарат перед началом очередного выступления. Я благодарен Нику за его фамилию, которая позволяет мне как следует размять мои органы речи. Я понимаю, что теперь я абсолютно готов. Три пискаря, дорогие друзья! Ну а теперь самое время постепенно презентовать три команды, которые сегодня выступают у нас в рамках старой игры «Песочниц». Действительно, три команды. Действительно, за каждую презентацию команда может получить максимум 150 баллов или песо. Ну, валюта песочницы, а то она и песочная валюта, чтобы называться песо. С максимум 150 песо может получить команда за свою презентацию. Первыми презентацию... Кстати, не больше, чем 3,5 минуты собираются показать ребята из команды. Внимание, название. Лучше сядьте, потому что название звучит следующим образом. Команда называется «Не пришей корове вымя». Команда номер один. Еще один аксессуар. Коля, дело в том, что людям сзади не видно, что именно ты делаешь. Ой, как раз, видно, все остальные писали.
Красный Бык и все остальные десантники – это команда «Не пришей коровьим вымя». Вопросы исчерпаны. Спасибо. Спасибо большое вам, ребята. У меня есть еще один вопрос. А почему у вас вымя в разных местах? А я молодуха. А теперь у тебя еще вымя стоит, а у тебя уже не стоит. Почему девочка бык? Почему девочка бык? Это корова. Это корова, да. Потому что это именно, мне кажется, вот то, что название, значение вашего названия, не пришей. Еще пока, да? Пятерка под названием «Не пришей коровье вымя». Ребята, вы молодцы. Я уверен, что жюри оценит и ваше появление, и жюришные вопросы в ваш адрес. Спасибо вам большое. Браво. Я почему так держу паузу перед презентацией следующей команды? Дело в том, что мне нужно собраться духом, прежде чем объявить название этой команды. Вот здесь-то как раз, ребята, пригодилась фамилия Хинчикашвили. Я не просто так зарабатывал свой речевой аппарат для того, чтобы сейчас без запинки произнести название второй команды. Это Вама Гачаба ГБСович. ГБСович. Вама Гачаба ГБСович. Команда номер 2. Второй игры песочница. Прибыла в Одессу банда из Амура. Погибли улики Шулера. Банда занималась темными делами. И за ней следила гонщика. Эх, Мурка, мур-мур-муреныще. Мурка, Марушка Климова, прости любви, мама. Тех людей, которые буквально только что зашли в пляжник и не совсем были готовы к тому, что здесь можно увидеть. Команда номер 2 песочницы Вама Гачаба ГБСович. Причем, не смотри на меня так, я начинаю бояться просто. Причем складывается такое впечатление, что первая и вторая команда просто своих парней готовили одновременно, в одном и том же танцевальном зале, возможно. Просто в какой-то момент их поделили. И там, и здесь танцевальные костюмы. Ты, Пискаря, есть ли вопросы, которые вам бы хотелось задать команде, которая называется Вама Гачаба ГБСович? Один-два раз. Что, сегодня праздник ВДВ или что? Специально для собравшихся участников команды. День ВДВ сегодня, да? Возможно. Мы... А, с праздничком! День ВДВ! Если знать, что Нона, можно вопросы чуть быстрее задавать. Дело в том, что ребят ждет маршрутка на поселок Котовского здесь, на парковке. А кто ГБСович? Где он? Где мы?
Это мы думали долго над названием и придумали глупое буквосочетание. Это ГБС. ГБСович. А, отлично. Ну, а Нику просто понравились семечки. Причем это просматривается как подкуп члена жюри. Естественно, если ты сам Ник этого никогда не признает, дело в том, что семечки с кокаином. Спасибо вам большое. Ребята, вы показали... У нас еще есть девиз. Девиз? Вы все его вместе произносите или... И давайте. Три, два, один. Пришли на игру, мы знаем алфавит, вам Агачаба всех победит! На завтрашней вечеринке. Причем, ребят, немного семечек с кокаином, и они готовы танцевать, не уходя домой сегодня. Итак, третья команда и третья презентация команды, которая называется «Стрямсдели». Something strange, come with us and you will see. This our town of Halloween. This is Halloween, this is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween, everybody make a scene. Trick or treat till the neighbor's gonna die of fright. It's our town, everybody's safe. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. In this town, the pumpkin song. In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise. Round the corner, man, hiding in the trash can. Something's waiting for the ghost and now it's dead. Aren't you scared? Well, that's just right. No fun without a good scare. That's our job, but we're not mean. In our town of Halloween. In this town, don't we love it now? Everyone's waiting for the next surprise. Skeleton Jack might catch you in the night. Scream like a banshee, make you jump. This is Halloween. This is Halloween. This is Halloween. This is a special guide. All that jazz. King of the pumpkin brush. Everyone hail to the pumpkin. Что сначала принимают участие две команды, а потом Стрямсдели. Это чья фамилия? Наша. Ваша. Вы решили поменять в честь участия вашей команды. Что? Ответь. И что? Напоминаю, что за самое интенсивное боление за чужую команду, команда имеет возможность получить по 50 баллов в конце со следующего конкурса, ребята. Так что...
Так что мы ждем продолжения. Итак, вопросы трех пискарей. Третья команда называется «Стрямздили». Что? «Стрямздили»? Причем эта девочка, этот шмель знает только одно слово. О, ответь. Ее просто так зовут. О, ответь. Так, хорошо. В принципе, вы путевочки пересчитайте. Пять путевочек. Пять путевочек в Европу. А вас пятеро вообще? Да. Все нормально. Так, хорошо. Ребята готовы победить в песочнице для того, чтобы получить в итоге в конце сезона 5 путевок в Европу от компании Vival Tour. Хватит меня обдувать и окучивать этими шариками, они не действуют. Есть ли еще вопросы? Вопросов больше нет. Мы просим занять команду пары перчаток. Это означает, что сначала принимают участие две команды, а потом еще одна, естественно, на время. Время засекается с помощью суперточного телефона. Суперточного телефона трех пискарей. Все, что нужно сделать... Олег, а где ответная часть этой конструкции? Так. Мы вызываем первую команду «Не пришей корове вымя». Точнее, один представитель от каждой команды. Один представитель каждой команды, чьи руки, очевидно, должны влезть в эти перчатки. Можно спросить, а что это такое? Давай двоих. Вторую мы берем. Вот девочку помоложе, у которой вымя пока еще повыше. Спасибо большое. Так, хорошо, что нужно делать? Нужно будет собрать шарики теннисные. Куда? В ведерко, сейчас. На протяжении последних нескольких недель, наверное, поэтому удалось распределить шарики почти равномерно по танцполу пляжника. Итак, все, что где, куда собирать, там нужно дать вот в само ведро. Все, что нужно сделать вам, это держать ведро. Все, что нужно сделать вашему соучастнику, это перчатками собирать для маленького тенниса маленькие, не ногами, не руками, не другими частями выступающие за ваше тело. Итак, у вас есть 1 минута, которая начинается прямо сейчас. Нет. Нагревать нельзя. Он должен собрать только перчатки. Потому что можно обойти с 30 секундами. Многие мужчины мечтали бы оказаться на месте этого ведра. Завтра уборщице можно давать выходной. Прошли 30 секунд. Причем люди, которые находятся вдалеке от эпицентра событий здесь, на танцполе, со стороны довольно сложно сразу представить, что именно здесь происходит. У нас, по-моему, заканчивается время. Осталось всего 10 секунд. Нагревать нельзя. Нагревать не стоит. Будешь нагревать, будешь выгребать, подсказывает Олег, один из трех пискарей. Сколько
49, 50, 51, 52, 53. Каждой команды идут в непосредственную близость от меня. Три капитана. Три капитана. Я чувствую, что это будет по-настоящему мужской конкурс. Итак, у нас есть карточки, на которых нечто записано. Что есть на этих карточках? Пока вы не имеете права разглашать вот ту таинственную информацию, которая имеется на данных карточках. Команда Стрямздели выбирает звезды, кухня, страны и искусство творчества. Команда Стрямздели выбирает свою карточку. Команда Днепришей, кобыли в имя, также выбирает. И третья команда. Вы не имеете права пока что демонстрировать членам своих команд, что написано на этих карточках. Первыми к выполнению задания, которое называется «Показуха», приступают участники команды Стрямздели. Все, что нужно сделать, это попросить вас стать в центре, вас стать чуть дальше. Вы здесь. Остаток команды, жалкие остатки команды остаются напротив капитана. Что нужно сделать? Вы будете держать, Олег. Спасибо большое вам. Секунду. Итак, все, что нужно будет вам сейчас сделать, это угадать то, что показывает ваш капитан, применяя исключительно жесты и не применяя слова. Дело в том, что загаданные страны. Страны выбрал ваш капитан. И первую страну... У нас есть минута, да? И нам нужно засечь эту минуту, пока... Вы молча, да, пока. Вы готовы? Мы начинаем угадывать страны. Мы начинаем угадывать страны прямо сейчас. За каждую страну 10 песо. Начинаем. Турция, Эфиопия, Эстония. Болгария. Первые 10 песо. Голландия. 20 песо. 30 песо. Россия, да. 40 песо. Испания, Испания. Испания. 50 песо. Стриптиз, Бразилия, тёлка. У меня огромный трахец. Вот какие предположения есть. Поселок Котовского. Вот какой есть вариант. Китай, действительно, 60 песо. Грузия, 70 песо. Мы начинаем прямо сейчас. Сэндвич, 10 песо. Яичница, 20 песо. Я не слышу. Шаурма, да, 3. Паста, 4. 5 пицца. Давай угадывайте! Горшочек с мясом, плов. Ребята, мне кажется, что сейчас вы должны обняться для того, чтобы понять друг друга. Так приближайтесь друг к другу. Парни, может быть, даже начнут целоваться. Кучерявый в пиджаке. Кто? Ани Лорак. Киркоров, 4. Майкл Джексон, 5. Yeah.
самый танцевый вкус. Чик-чики-бум, чик-чики-бум. The senorita says see me and it's sweet and I'm better, it's very nice, so full of fight. And when the dancing gets green, I have a ring that I can't sing out so all the day long. Вишенка, давай, давай, пошла, почка, пошла, 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 да! Все, спасибо большое. Это была мертвая петля с почкой. Ну и, конечно, сложно представить конкурс «Показуха» без участия команды «Не пришей корове вымя». «Не пришей корове вымя» и их бесполезные таланты. За конкурс. Да иди! Привет, баклажанчик. Они говорят, наш бесполезный талант это петь под фонограмму. Вера, сейчас оценивают, как вы поддерживаете. Помните, вот это. Из разряда только в терновый куст. Это была команда... Да. Стрямзели. Команда Стрямзели получает из 100 песо... 50. 50. Да. Так много бесполезных талантов, и все бесполезно. 50 песо. Вторыми выступали ГБСовичи. Не пришей корове вымя. Не пришей корове вымя. А нет, нет, нет. Вторыми, да, я просто... ГБСовичи получали 100 баллов. Не пришей кобыли вымя получают 75 баллов. 75. Мы как раз оценивали по бесполезности талантов, очень полезные таланты. Японских телевизионных шоу. В том случае, если вы хотите развлечься как следует, делайте то же самое. Качайте фрагменты японских развлекательных шоу. Совершенно безумные штуки, некоторые из которых мы собираемся применить в рамках песочницы. Итак, нам нужны сколько команд? По одному человеку из каждой команды. По одному человеку из каждой команды. Сильный или умный? Умные. Умные. Нечто среднее, да? Шляп сними. Так, хорошо. А где остальные два представителя каждой команды? Конкурентка Гани! Что нужно делать? Олег, расскажите. Все очень просто. У нас есть вот такие вот чулочки. Так. Обычно говорят, на себе не показывают, но это не про Олега. Чулочки одеваются вот так вот. Мне бы хотелось, чтобы все увидели, как надеваются чулочки.
Здесь самое важное, чулочки должны надеваться именно с таким выражением лица. Это делает одна команда. Одна команда держит. Бамбуковые палочки. Ставшие уже легендарными теннисные шарики для настольного тенниса. Что нужно сделать? А, надо рассыпать? Я рассыпаю. А, вы, Олег, рассыпите их. Посмотрите. Это демонстратор конкурса «Япошка». Браво. Давайте я уточню, что нужно... Подождите, не снимайте демонстратор, наденьте его снова. Что нужно участникам двух противоборствующих команд? Одному нужно держать как можно крепче, желательно не сходить с места, таким образом вы утяжеляете задачу. С ума тоже не сходить, подсказывает уважаемый пискарь Олег. Ну и что нужно делать уже сейчас? Это ведь шоу-конкурс, он называется «Япошка». Япончик. Здесь важно для зрителей. Для зрителей важно не столько, сколько вы соберете шариков. Важно то, как вы выглядите в чулке. Что с вашими губами? Очень нравится. Многие девушки в Одессе мечтали бы о таких. Даже готовы немножко заплатить. Начинаем на 1, 2, 3. Чулок не должен слезть. Чулок должен полностью покрывать тело, по крайней мере, до тех пор, пока ваше сердце бьется. Один, два, три. Вымя кричат. Участие в этом конкурсе принимают... 50 дополнительных песо могут заработать участники противоположных команд за то, насколько ярко они болеют за команду, в победе которой они вообще не заинтересованы. Порвался чулок. Мы останавливаем состязание. Мы останавливаем состязание, хотелось бы спросить. Мы не останавливаем состязание. Я же тебя в суши водил, зачем? Давай сюда! Осталось некоторое количество секунд, это 8. 8 секунд, старайся, говорят тебе. Ну вот, собственно, и все. Стоп. Вот результат, его можно увидеть невооруженным глазом. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 шариков было собрано. 13 шариков было собрано. Вот что самое главное. Активно перемешать. Участники конкурирующих команд уже могут начинать болеть. Подзадоривая участники команды. 1, 2, 3. Начали! Подходить-то нельзя. Нельзя подходить. За линию нужно. Вы же помогаете ему таким образом участвовать. Человек пострадал. Петушок и незащитовая подляна. Засчитываем нос петушком. Засчитываем подляну нос петушком. А чья была подляна? В чьем исполнении? Кто сделал подляну? Вы сделали.
те самые ГБСовичи. Да. Вам засчитывается подляна плюс 50 песо получаете, но именно вы делаете подушка, потому что подляна была не совсем честная, но красивая. Биг Брата! ГБСовичи получают 50 за подляночку. Идите на потанцов, да. Все остальные собирают мячики. Куда вы? Куда вы? Мячики-то надо успеть собрать. Пока одеваем петушка. Петушка надели, мы можем приступить. Итак, петушок в исполнении ГБСовичи. Смотрите, петушок с талом кобылом. Пляжник. Это рай, танцуй и загорай. Песочница. Единственное слово, которому у них нет рифмы. 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 Песочница. Веселая игра. Веселая игра. В конце сезона мы определим команду победительницу, участники которой отправятся в Европу. Долго думал, кого позвать на закрытие. Вот хорошие музыканты сейчас работают на сцене. Отличный. Нас гитарист. И человек, который поет под фонограмму. И вот опять пошел дождь. Всем, кто сегодня выступает в качестве зрителей, мы напоминаем о том, что уже на следующей песочнице вы можете выступить в качестве отдельной команды. Сформируйте свою команду. Не забывайте плащи. Не забывайте плащи. Не забывайте регистрироваться на Фейсбуке, либо несложно подойти к одному из трех пискарей и заявить открыто о своем желании, желательно на русском или японском языке. Потому что Вивалтур нам дарит. Вивалтур дарит путешествие в Европу. Не то, что некоторые всего три бутылки пива подарили на четырех человек. Вивалтур дарит 5 путевок для 5 участников команды победительницы. Формируйте команду, и вполне возможно в рамках следующей песочницы мы сыграем именно с вами. О своем желании открыто заявляйте трем пискарям. Они готовы принять и рассмотреть вашу заявку на участие в следующей песочнице. Я не разрешаю вам танцевать! Готовы ли? Хватит танцевать уже! Не будете танцевать! Это похоже на подляну. Итак, хочется, ребята, ставить вас на паузу, но по всей видимости придется. У нас наступает... Да! Вот, где, что? Спасибо.